зрители на автогонах на моем канале. Я вам расскажу, что я знаю о великой игре Need for Speed Hot Pursuit 2010 года рождения и насколько она хороша. Прямо сейчас я на видео показываю вам некоторые машины, которые принимают участие в этой игре с разных сторон. Увидеть их сбоку в движении сложно, и чтобы так показать, мне приходилось управлять во время движения не только машиной, но и камерой. Сама динамика и ход автомобилей настолько реалистичны, а управление так похоже на настоящее авто, что лучше гонки я не знаю до сих пор. Поэтому с удовольствием играю именно в эту серию 2010 года Hot Pursuit, что переводится как «Горячие преследования». Я вам покажу съемку физики движений и аварий, покажу одну из гонок по длинной трассе между гонщиками ночью и совершенно сумасшедшую гонку с преследованием полицейскими машинами. Если мне удастся вас заинтересовать, я надеюсь, вы посмотрите до конца, потому что самый трындец я поместила в конце. Чтобы заметить, что происходит вокруг, я замедлила пару кадров, чтобы вы смогли разглядеть все великолепие, которое происходит во время столкновений машин. Дорожные происшествия настолько разнообразны и так хороши в процессе, что будоражит играющего гонщика и поднимает настроение. Для впечатляющей езды в этой игре есть все, что нужно. Тут есть и хорошая управляемость машиной, и отличный ручной тормоз. Он, ручной тормоз, очень хорош. В отличие от многих гонок, он очень эффективен и реалистичен. Он не сделал отдельным спецэффектом, а помогает реально заворачивать, когда поворота руля вам не хватает. Вы можете за момент до столкновения на повороте нажать на него, и машина в последнее мгновение уйдет от удара. Пока вы наблюдаете за игрой, я расскажу вам кое-что о технических вопросах самой игры. Небольшое отступление от процесса игры. Чтобы поиграть в игрушку очень хорошо и получить полное удовольствие, вам, возможно, понадобится провести кое-какие приготовления. Не обязательно, что вы столкнетесь с проблемами, но если столкнетесь, то вы будете знать, что делать. Игра сделана давно и была ориентирована на одноядерные процессоры. Несмотря на это, в игре происходит столько событий, что на некоторых компьютерах обработка изображения может создать сложности. Это происходит потому, что распределение процессоров в игре может неправильно совершаться вашим центральным процессором. Поэтому лучше проверить, что у вас действительно работают все ваши ядра. Для этого нужно зайти в диспетчер задач на вкладку «Подробности» и найти ярлык «Включенные игры». Правой кнопкой нажать на иконку и в строке «Задать приоритет» задать «Высокий». Ниже есть строка «Задать сходство», нажать туда. Перед вами откроется окно со всеми вашими ядрами. Вам нужно посмотреть, чтобы во всех квадратиках стояли галки, то есть все ядра были бы включены. Если все же и после этого у вас будут ощущаться некоторые затыки в игре, вам нужно будет отключить самое первое ядро. Оно все равно будет работать, даже если вы отключите, но процесс распределения будет проходить правильнее, без перегрева первого ядра. Эта гонка между автомобилями пока без полиции. И я записала вам ее, чтобы посмотреть именно такой вид гонок.
Она занимает длинную трассу, и в процессе гонщики пытаются обмануть вас, срезают дорогу и попеременно пытаются лидировать. Обогнать их достаточно сложно, и если вам скучно смотреть на тягучие догонялки, вы можете сразу перемотать дальше, где я записала завершающую безбашенную гонку с полицией. Я уверена, она вам понравится. Ну а теперь гонка с полицией. Вы все увидите сами. Посмотрите, я старалась сделать круговой обзор. На это мало кто способен в этой гонке, так что посмотрите. Игра должна все рассказать сама за себя. Thank you.
Ну, а теперь, я надеюсь, вы не разочаровались в этой гонке 2010 года. Эта игра, как я считаю, по динамике и увлеченности даст фору любой современной со всех сторон. Если вы по какому-то недоразумению еще не знаете эту гонку, то вот я вам все показала. Приходите ко мне на канал снова. Меня зовут Лорик Кэт. Всем пока!